他不给看门铃。Привет! Знаешь, что мы делаем сегодня? Мы экспортируем телевизор. Так, мне нужно взять этот телевизор и погрузить его на самолет. Тяжелый. Откройте салон, пожалуйста. Открываю. А еще нужно подогнать трап. Телевизор погрузили. Пилот, заходи в самолет. Иду. Убираем трап, закрываем салон, самолет может лететь. Полетел! Телевизор мы экспортировали, значит, отправили в другую страну. А пойдем посмотрим, куда он полетел. Где же мой телевизор? Сегодня придут к отбою. Гекко, где же мой телевизор? Самолет! Мой телевизор! Спасибо вам! Оп! Его нужно повесить вот сюда. Олет, давай я тебе помогу. Готово? Теперь можешь позвать своих друзей, и вы вместе посмотрите кино. Гекко, Кэтбой. Олет зовет. Чтобы подняться на верхний этаж, Калет, Гекко сел в лифт. Поможем ему подняться. Стоп! Это этаж Кэтбоя. Я тоже поеду, Калет. Мальчики, давайте быстрее. Поднимаемся! Хе-хе. Вот и мы. Ура! Герои в масках смотрят телевизор. Им очень нравится. Ой, ты слышишь? Кто-то плачет. Пини, что случилось? Почему ты плачешь? Пинни-пон не продают сыр, значит, мы должны его импортировать, привезти из другой страны. Пойдем. Посмотрим, где у меня был сыр. Вот он. Но как отправить его к Пинни? Самолет улетел. Поезд по морю не проедет, но у меня есть корабль. Давай распакуем его. Как много свертков! Где же корабль? Это кран. Может быть, корабль здесь? Это контейнеровоз.
Сейчас мы его разгрузим и положим сыр. Кран все разгрузил. Сложу контейнеры вот сюда, а сыр погрузим на контейнеровоз. Корабль уже приплыл. Пини, твой сыр здесь. Все получилось. Можешь открывать свое кафе. А мы пойдем посмотрим, что еще было в коробке. Вот мои свертки. Еще один корабль. Круизный лайнер. А здесь большой грузовик с прицепом, а на нем места для контейнеров. Один, два, три. У меня остался последний сверток. Давай я распакую его, а ты напишешь мне в комментариях, что это такое. До новых встреч на канале Капуки-Кануки. Пока!